Давайте обнимемся по-братски. Давай, давай. Ах ты, скотина. Ах ты, сука. Да не-не-не, это не то, что вы подумали. Это честно, сейчас вы получите, сейчас вы получите. Я тебя сейчас... Мне 54. Всем привет, ребята, Кента пока на проводе, и я вам скажу только одно. Ребята, пожалуйста, просто поставьте лайк и подпишитесь на мой канал, если вы хотите продолжение. Если будет, ребята, много лайков, то я обещаю, что я сниму продолжение. Так что, поехали. Алло. Да, алло. Алло. Да. Меня слышно? Да, да, меня слышно? Да, вас нормально. А меня нормально слышно? Да, ну слышно, блядь, слышно. Алло, меня слышно? Да, да. Нормально? Да. Подождите, меня слышно или нет? Я не понял. Да, ёпта, слышно, говорю тебя. Хорошо, заходите на сервер. Сервер называется 4 единицы. Заходите. Пароль, говорю. Я же вам ВКонтакте писал. Нормально, меня слышно? Нормально, проблем со связью нету? Да, да, говорю, слышно, блядь, не, ну... Раба-пап, да, это я, Таша, это, наверное, ваше прозвище в тюрьме было? Блядь, по кнопке не попал. Ты охуел, что ли? Какой? Я тебе сейчас, блядь... Смотрите, я вам пообещал, что я вам покажу нож, правильно? Да, да. И расскажу... Да, и... Подаришь мне нож, смотрите, да? Я вам прямо сейчас покажу... Мега крутой и самый крутой нож в этой игре. Вы готовы его видеть? Да, готов, блядь. Ты знаешь, кто? Подожди, блядь, батя говорит. Ты знаешь, кто я? Знаешь? Ну, рапапап. Клановые войны в солото, я убиваю всех, кого подождите, вижу, а сколько вам лет? Мне 54. Ого, а зачем вам нож? В этой игре, блядь. Смотрите, я вам покажу самый крутой нож в этой игре. Вы готовы? Я не блю, а то варю тебя. Смотрите, давай. Смотрите. И это он. Вот он, самый крутой нож в этой игре. Твою мать. Ни хрена себе. Блядь, да мне такой нож. Пожалуйста, блядь, прошу тебя. Я буду с ним. Я дам вам нож. Я дам вам этот нож. Реально его так? Получить, да, я честно да. говорю, да. ну как, смотрите, его получить крайне легко, не-не, честно, да, смотрите, ладно, смотрите, блядь, смотрите, да. Вам надо зайти в эту тюрьму, тюрьму, смотрите, ага. Зайдите в тюрьму, давай, зайдите в тюрьму, давай, блядь, я чуть не споткнулся за тебя, блядь, отойди отсюда, зайдите, смотрите, и вам надо написать, куда? Знаете, чат, видите, чат. Что это за чат такой? Ну, слева, под жизнями. А, блядь, вижу, три точки, чат три точки. У вас даже ножа нету, да? У вас вообще все плохо, да? Ты, блядь, я голыми, блядь, руками разрываю всех, понял? Ого, вы, наверное, в тюрьме были авторитетом. Просто напишите то же самое, что и я. Ну, давай, блядь. Вот, напишите вот эту команду, и у вас уже... Вот потом еще кое-что сделайте, и у вас уже будет этот нож. Это самый крутой нож, он очень крутой, и все о нем мечтают. Так, не в языку написал, да. Так, смотрите. Теперь просто, знаете, он чисто символически, вам необходимо передать привет одному городу. Что чисто символически, не слышу? Вам надо передать привет одному городу, и вы сразу какому? Получите нож. Смотрите, просто... Алло! Да, алло! Да, да. Алло, меня слышно? Да. Алло, меня слышно? Алло. Да. Меня точно слышно, нормально? Блять. Эй, подождите, блядь. давайте как-то. О, как вы меня голыми руками убили? Блять, я тебя убил. Смотрите, все, давайте, я вам сейчас нож дам. Подойдите ко мне. Вам надо передать привет городу. Вот видите, вот я вам написал в чате. Просто скажите, я передаю привет городу. Просто я с этого города, передайте, пожалуйста, ему привет. Так, я передаю привет городу. Я Слава. Ах ты, сука. Да не-не-не, это не то, что вы подумали, это честно, сейчас да вы получите, сейчас вы получите. Блядь, я тебя сейчас... Алло. Алло. Меня слышно? Да, блядь, слышно, да. Меня слышно, алло. Да, блядь, слышно, говорю, слышно. Нормально, да? Да, хорошо, да. Смотрите, вам надо просто чисто символически повторить за мной, и вы сразу давай, получаете нож. А давайте. Что, блядь, я тебе ничего не дам. Все, не надо, хорошо. Давай, скажите давай. Один. Скажите один. Скажите, давайте. Просто повторяйте один. Один. Два. А быстро повторять надо, да? Ну, как сможете. Давай, два. Три. Мы вас развели. Мы развели. Бля, это что, ты меня развел, ты что, бля? Что, бля, ты плёх?
Иди сюда, говорю тебе. Встаньте, уйдите. Вы в какой-то... Уйдите, не-не-не, не убивайте меня. Я хочу жить. Ой-ой-ой, убили меня голой рукой. Блядь, мразь. Вот это вы жестко, не надо, не убивайте, пожалуйста. Я сейчас слишком молод, не убивайте. 2 часа позже. Вы нашли нож. У вас нож в руках, вот это да. Да ладно. Серьезно, я отвечаю. У вас нож. Жесть. Да реально нож. Смотрите, у вас нож. Ура. Нож. Нож, мы это сделали, ура. Да ладно, блин. Брат, да ладно. Да, да, у вас нож. Да ладно. Да. Спасибо, я бы мог обнял тебя. Но давай, давайте обнимемся по-братски. Давай, давай. Ах ты скотина. Ну и на этом, ребята, все. Пожалуйста, прямо сейчас, в эту секунду, поставьте мне лайк, если вам понравилось подобное видео. И я вам, ребята, обещаю, что таких видео будет просто куча. Ребята, обязательно поставьте лайк, обязательно подпишитесь на мой канал. Ну а с вами был ваш Кент АПК. Всем удачи и всем-всем пока. Смотрите, что он чат пишет. Все, ребята, всем пока-пока.